Здравствуйте, мои хорошие. Сегодня у нас на обзоре вот такая вот замечательная штукенция с Алика. Заказывали не так давно, приехала быстро. Я уж точно не помню за сколько, много заказываем, но, по-моему, недельки так за две, ну, может, три. Ссылочка на эту красоту в описании под видео. Переходите, смотрите, оценивайте. Там же больше подробностей. У селлера хорошее описание. А я сегодня буду краток. Во-первых, хочу заметить, что конкретно этот селлер делает крутые скидки. У него частенько скидки процентов 20-30 от средней цены на AliExpress, что выгодно. Мы как раз на такую скидку попали. А за сколько мы взяли эту штуку, это останется тайной. Если что, линк в описании. Примерно прикинуть вы сможете. Как я уже говорил, приехала посылка достаточно быстро. Что самое удивительное, она приехала вообще не мятая. Такое впечатление, что ее буквально минуту назад в соседнем помещении запаковали и тут же мне отдали. Вообще мне нравится скупаться в интернете. Такое впечатление, что вам подарки делают эльфы. Вы заказ оформили, потом забрали и получили. А маленькие желтолицые эльфы трудились, старались, клепали, все сделали. Если бы эти эльфы отличались еще большей аккуратностью, то вообще бы им цены не было. А так, китайское экономическое чудо известно всему миру. И у них действительно мощная промышленность, позволяющая продавать такие хорошие вещи, как это, совсем-совсем недорого. Но относительно, конечно, ибо все в этом мире относительно.